всех приветствую на канале у Никиты. Ребят, короче, тут такая история, то что ролики долго не выходят, потому что у меня сейчас сессия. Прошу прощения за это большое. Сегодня мы будем проходить в Little Nightmare, вторую часть. Маленький кошмар, короче, вторая часть. Давайте начнем. Новая ячейка, так, пусто. Зайдем. Вот, у меня сейчас сессия, и человек, как обычно, немного приболел. У меня сейчас есть насморк. Прошу понять и простить, ребята, конечно, за это. Так. Дальше. И еще что еще? Помимо насморка, насчет микрофона. Микрофон будет новый 15 числу. Вот обещаю, то, что 15 числа прям вот будет, там все привезут уже точно. Я сам в это верю и надеюсь, что оно так и будет. Здесь осталось уже 6 дней, это немного. Итак, собственно, приступаем к геймплею, к обзору. И что у нас интересного? Ау. Во. Зашибись, четко. Так, я надеюсь, подсказки не включал. Так. Ага. А если мы туда уйдем? Там тоже можем идти? Подожди, погодите, в воде что лежит? Ага, здесь нужно зажать. Все, пойдемте. Так, хотелось бы, конечно, пояснительную бригаду, кто объяснил, ладно, что в первой части было. Туда нельзя, значит, пойдем туда, куда можно. Как у нас красится? Где эту штучку? Ага, все. Пробел у нас прыгать, а вторая мышка что? Ладно, сейчас разберемся потихоньку. Я заберу эту коробочку, она мне нравится. Она красивая. Стою я у витрины, смотрю на мандарины. Такие мандарины есть только у Марины. На-на-на-на-на-на. Ага. У нас эти можем? Ой. Погодите. Мне стало интересно, что он здесь. Ничего интересного. Так, ладно, здесь ничего нету. Так, Shift он бежит? Да, он бегает. Это довольно-таки неплохо. А, ага. Уже подкупили вначале, ладно. Пока мы пробежимся. У него такой образ будет четкий. Мне прям нравится. Так, с разбегу. Уй. Так. Ой. Там ловушка. Стою я у витрины. О. А что, этот кубик с собой не смогу забрать? Я не хочу бросать этот кубик. Подожди, кубик. Угу. Вот, все. Ну, так, возьми ж ты. Ладно, попытка номер два. Все, вроде попали. Ползем с кубичком. Кубик наш. Я ни за что этот кубик не брошу. Он будет со мной до конца. Ой. Я передумал, я хочу ботинок. Там много ботинков. А кубик один. Да, можно пройти. Здесь вроде есть, короче, пасхалки, типа. Не пасхалки, а секреты. Типа шляпы, всего такого. И хотели бы, конечно, найти. Кстати, а почему там гора людей? Городов от людей. Так, а чего я не могу запрыгнуть-то? А, вот так, да. Мы с собой унесем. Один еще ботинок был. Ботинок с собой унесем. Подарим кому-нибудь. Может, он понравится им. Так, ладно. А, еще и мышку нужно в этот момент хватать, понятно. На-на-на-на-на-на.
Стою я у витрины. Ага. Я сказал, я кубик свой не брошу. Это мой кубик. Ой, а что это растяжка? А, да? А на кого они охотятся тут? Обойдем ловушку. Окей. Ладно. Вот. Погоди. Мы не закинем. Ну и кубик я свой не брошу. Ой, сегодня в выпуске мы будем наблюдать за тем, как я как придурка. А, да. Как придурок, короче, шарится. А. О, багульки. А мой кубик? А кубик-то мой где? А, вот он. Все нормально, живем. Ладно. Попробуем еще раз. Ай, выкинули. Да нет, тут не трошили. Блин, меня напрягает вон та висящая коробка. В какой момент она должна полететь? Ладно. Баскетболист из меня никуда ушли, конечно. Эй. Они ее забрали. А, вот она. Моя шкатулочка. Во, аллилуйя. И что, не так ли на этот раз? Значит, я все делал как надо, теперь что-то не так. Ни хрена я не понял. Что мне теперь делать? И чё? Ну и что делать-то теперь, а? Маленький кошмар, ё-моё. Ладно, не у меня же одного такое было. Не хочет еще брать. Окей. Допустим, а куда мне нужно толкать? Сюда и что нам это даст? Да ничего нам это не дало. Ну-ка, давай все. Вернемся к контрольной точке. О! Теперь посмотрим, что-то как должно было быть все-таки. Во, я вам говорю, а вы не верите мне. Вот, все нормально. Идем, живем, ребята. Коробочку свою забираем. Охренеть, на воздухе парить. Ее нельзя терять. На воздухе может парить. Поэтому нужно ходить с ней. Так, стой. Возьми. Возьми. Ты куда ее бросил?
И мандарины. Возьми коробочку. И не бросай ее больше. Да не туда. Two moments later. Во. Во-во-во. Только попробуйте сказать, что тут сразу специально сказал, чтобы закинуть. Во. Тай-тарари. Короче, что нам эта коробочка даст? Да ни хрена она, наверное, не даст, но мне все-таки интересно ее протащить. Так, окей. А что я выйти не могу? Что это стрел-то, я не понял. Что, снова баг? Да ладно. А, ага. Ай-яй-яй-яй, а почему? Я же держал. Я же держал shift. А, он сюда не идет, все, понял. Понял, принял. Значит, коробочку нам по-любому нужно оставить. Короче, зря ее тащил и хрен с ней. Нам же бежать надо. Беги, пацан! Мы выжили? Мы. Или. Или. Ага. Значит так, попытка номер два. Беги! Ладно, дубль номер три. Ну так, что сейчас? Сейчас сразу топим просто прямо. И все. Без никаких вопросов, просто бежим прямо и все. Бежим. Бежим. Все. Ясно, все, мы живы, все нормально, все окей. Все окей. Смотрю. А здесь куда тропинка ведет? И. Что, типа я зря шел сюда? Ладно, я все понял. Ай, понятно. Давайте пойдемте. Пойдемте в дырочку нашу. Я лесная белка. Пам-парари-ра-ра-рам-парарам-пам-пам. Ой. Ладно. Нам было просто раскачаться, мы не раскачались. Во, зашибись. Так бы и сразу. Ладно, здесь кутышка неудобная вообще. Ага. Все, зашибись, четко. Живем, пацаны, живем. Живем. Угу. Здесь нас типа предлагают разбег взять. Нет, не предлагают. Ага, я понял. Надо слезть по веревке. Да? Или что? Ладно, почти угадал. И так зайдет. Подождите. Короче, мышку нельзя никогда отпускать. Если не хочешь, чтобы он бросил этот предмет. А это ой, как неудобно. Почему нельзя один раз класснуть? Один раз класснуть просто и все. Там ботинки лежат. Нельзя ж так пугать. Ага, ага, ага.
А если обойти? А вот хрен там обойти нельзя, оказывается. Поэтому типа должны активировать ловушку. Сейчас. Подожди. А, вот все, теперь понял. Ошибись. Как ударить? Во, все нормально. Так, бежим. Как эксперты. Ой, нельзя же здесь палка лежит. Ну вот не верю, что тут зря палка могла лежать. Ну вот вообще не верится. Вот. А вы не верили. И здесь шишки, я думаю, не зря лежат. Успокойся, возьми шишку и кинь ее. Оу. Кстати, вот здесь можно было бы шапочку спрятать, я думаю. Я хочу шапку. Ну я шапку хочу. Где шапки найти? Хочу шапочку. О, свет. Есть кто здесь? А, да, мы просто залезли. Ох. Баночки. Ладно, хрен с ними, баночками. Здесь у нас унитаз. Ничего интересного нету. Я хочу шапку. Ну и шапку хочу. Дверь закрыта, стопудово. На-на-на-на-на-на-на. Ага. А мы как спецназ забираемся через окно. Вот, так вкусно покушать любит, я смотрю. Что это? Это что, рука человека? Не похоже. Что, кролика? Надеюсь, что кролика. Я буду в это верить. Ну-ка. Во. А мы открыли холодильник. А здесь ведь есть тортик. Здесь же тортик есть. Здесь же вон много чего вкусного есть. И зачем мы сюда лезли? Но это не может быть тоже неспроста. Или спроста. Ладно, хрен с ним. Не будем вдаваться в подробности, давайте пойдем дальше. Так. Нам сюда? А мы пойдем сюда. Или нам сюда? Так, пойдем сюда. Куда нам надо тут сесть? Здесь качок нитки. Ага. Здесь какая-то девчонка играет. И вот хрен пойми, что ей надо, что ее не устраивает. Здесь у нас что? Здесь у нас есть топор, значит, она была наверх все-таки.
Давайте вернемся и обрутаем вверх. Так, красиво играет мелодия классная. Надеюсь, YouTube меня не будет банить, как обычный. А то YouTube, это, знаете, любит делать такое вот. Вижу такое себе. На расслабоне заливаешь, чтобы доступ тебе прилетает база монетизации. Ладно. Пойдемте, зайдем сюда. Пойдемте, зайдете. Да, я уже договариваюсь. Шапки. О. Шляп нет, бра. Ну-ка, головные уборы. Во, я буду ходить теперь как настоящий русский. Потому что мы русские. Та-на-на-на-на-на-на. Так, а эти можно открыть? Здесь можно шкафчик приоткрыть. Нет, нельзя. Это тоже нельзя. Ладно, пойдемте. В новой модной шапочке. Возьмем топор, покажем, кто здесь батя. Во-во-во-во-во-во. Самое то. Сейчас все будет четко. Бум. 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 Ой, у него аж 10 лицо оказывается. Я думал, его лица типа не покажут. Поэтому он типа думал, у нас пакет на голове. А ну тут лицо видно. А для чего наиграла на шкатулку? Ну ты что, больная совсем? Тебя вот пришли спасать здесь. Все хорошо, никто не ранил, тебя никто не делал. Вот вечно с этими девчонками проблемы. Куда она топанула? Ага, она топнула наверх. Ясен, красен, побежим за ней. Как типичный подход лучник. Так, ладно, вылазим. Она идет в другой угол. Ой. Господи, что так страшно-то? Знаете, что мне самое интересное, что они кушают? Прикиньте, они такие проснутся, а у них еды нету. У них еду украли. Во, будет весело. Я ж надеюсь, они правда не проснутся. Ага, главное свалило, а теперь нас зажжет. Подожди ты. А вдруг еще интересного есть? А если я хочу пошуметь? Нажмите, чтобы подняться. О, понял. А почему там замок? Опа-на. Нахрен надо, я понял. Пока. Ладно, я понял, что без нее мы не можем здесь ничего сделать. И здесь мы болтать ничего не. Маска. Ладно, маска, не шапка. Кстати, давайте посмотрим, какие есть головные уборы. Есть треугольник, какая-то антерка, какая-то ковбойская, типа банки строительные и офицерская. Знаете, чтобы знать примерно хотя бы, что искать по шапкам. И на всякие лишние левые шапки не кидаться. Ага, а мы как обычно не можем. А что здесь люди-то лежат? Ладно, понял. Ой, окей, кто-то людей сводит.
кто любит человечину. Кто любит человечину. Папка. Так, давайте мы пока пойдем туда. Там у нас тут ничего интересного. Она же дохлая, да? Я правильно же понимаю, что она дохлая? Возьми ты его, господи, по штуку. Она сейчас не повернет голову. Она же не повернет голову. Она же не станет, не пойдет за мной. Не скажет, ты чё щеколка. Кусать яйца. Слава Советскому Союзу. Мы будем жить пока мы живем. Ладно, 5 минут. Смотри, какая. Может, ты еще сама покрутишь? Ладно, понял. Крути. Крути, я алкашка, ты не можешь зацепиться. Что у меня есть теперь ключик? Кто здесь батя теперь? Ценное найти там. А тут можно было просто открыть. Ну да ладно. Я не против. И так даже лучше. Я все-таки мастер спускаться. Я просто лучший из лучших. Да он даже так даже сам вставляет ключ. Опа-на. Можно в туалет идти? Ладно, в туалет нельзя зайти. Здесь есть следы человека. Здесь ходил человек, кстати. А если мы играем за человека, то просто кого? Похоже, что ты туда не можешь подняться. Ладно, понятно. И здесь, я думаю, нам нужно разгон взять. Мы типа ни хрена его не возьмем, потому что нам нужно было изначально открыть ящик. Ну, давай. Посмотрим, что из этого выйдет, конечно. Блин, здесь ничего же нельзя, да, взять? Такого ценного. Нельзя. Так, а это что за звук был? Так, опа-на. Старый охотник. Какой ты? Блин, ладно, потом разберемся. Я не помню, что делать из капюшона. Что он делает, мне интересно. Фу. А зачем наружу толкать? Вы что, совсем что ли ку-ку? Почему убил-то я за ящиком был? Ладно. Судя по всему, нужно за каждым прятаться теперь. Да? Давай, бежим. По
А и выйдет зерно. Амгани. Падаем, падаем, падаем. Что ж? Что я не так сделал? Почему? Окей. Сколько еще раз здесь я сдохну? Давай. Валим за этот ящик. Нормально. Слушай, у тебя двухстволка, а не автомат Калашникова. Хорошо, шмалять уже. Уйди. Ай, что ж ты будешь делать? Давай, 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 давай. А я не тот персонаж, оказывается. Нормально. Я в персонажах путаюсь, ребята. Так, давайте, 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 давайте. Ура! И что, типа он не запалит? Он типа не запалит. Блин, сказали, что это не 10-й. One Piece смотрю. Так, идти. Ага. Ей руку надо дать. А, мы теперь будем за ручку идти, да? Ворон, только не взлетай. Ладно, ворона кота подставила. Иди вперед. Можно спокойно пройдемся без тебя. Сейчас, секундочку, минуточку, секунду, минуточку. Минутную секундочку. Я хочу кое-что глянуть. Ладно, понял. Зато я в норку упал. И это было красиво. Так, урона, тварь, я тебя прибью в следующий раз. Я тварь ворону прибью в следующий раз. Только топор возьму в руки, так сразу прибью. Скажи, красавица, чего не нравится? Я просто-напросто хочу тебе понравиться. Ой, это было близко. Бежим. А здесь куда? Так, ладно, валим, 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 валим. Просто валим, просто молча валим. У него же нет рентгеновского зрения. И слух, я надеюсь, у него никакого у муравья.
Или у гепарда. Или кто там сама хорошо слышит, я не знаю. Так, давайте вылезем. И здесь сразу топ подъем. Так, а здесь что у нас? Ага. Вот оно как. Ай-яй-яй-яй, как умно. Как хитро. Так, реклама. Так, ладно. Вот так делаем. А куда она ушла-то? А, ага. Ты посмотри, ты еще и позови ее. Давай. Держимся, 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 держимся. Нормально, нормально. Нормально, нас вытащили. Нормально. Так, что там по записи? По записи уже 30 минут, охренеть. А игра-то прикольная. Знаете, что я хочу прийти? Почему здесь нет таких записок? Я бы записки собирал бы, читал. Знаете, хоть что-то бы знал бы об истории. Ладно, давайте пойдем дальше. Вон там котел опять идет. Как он уже запарил. Так, дальше, 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 дальше. Теперь вверх поползли. Давай, ползем, ползем. Все красиво. А вот это было некрасиво. Ну почти. Давай, 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 поднимайся. Верю. Слежу за их отношениями больше, чем за своими. Блин, он там начал шмалять. Чересчур, даже для двух слов. Ой. Так, а мы умеем дышать под водой? Ага, он так и будет стоять, или пойдет. Ага. Так, понимаю, нам нужно вот этого избегать вот. Когда он смотрит на нас. Да. Так, окей. Он здесь смотрит. Вот кто там крякает? Кому кряканик сломать? Понял. Или не понял. Ага. Обидно. Давайте еще одну попытку. Успел. Выдушу. Все, понял. Сейчас он убирает, сразу бежим. Нормально. Мы перебежали пока не. Он козлину только палит, не хочет отставать от нас. Так, ладно, здесь мы можем вылезти, я так понимаю. Нет, не можем. А можем.
стратегии все более-менее ясно. Мать, старые вороны. Убить вас мало. Что надо такого сделать, что вы орете? Так, только попробуйте взлететь. Только попробуйте взлететь. Сволочи, это не вороны. Вижу. Вижу. Берем волыну. Волыну берем, пацаны. Бам. Ой, мы оглушились. Мы оглушились. Ой-ой-ой. Давайте волыну с собой заберем. Почему я с собой волыну забрать? Ладно, на этот выпуск закончим. На этом моменте закончим этот выпуск. И продолжение увидим в следующем. И всем огромное спасибо за просмотр. Here we go!